Борис Макаров. Варежки для варежки. Как только всхлипнет первое ненастье, так кто-нибудь торопится сказать: опять сегодня села бабка Настя для дочки Вари варежки вязать. Жила в селе старушка-вековушка, возила почту на слепом коне. У той старушки в крохотной избушке 100 варежек висело на стене. Ах, варежки! Какая б не мечтала из сельских модниц парочку бы ей! Но бабка Настя каждой отвечала: все варежки для варюшки моей. И шел слушок, не злой, а так, от скуки, почти имея почву под собой, что у старушки золотые руки, но, видимо, неладно с головой. Ведь время было страшным и суровым, еще следы войны не заросли, и за полбулки хлебушка сырого на рынок люди варежки несли. И там стояли, грезя, как о счастье, продать товар дороже и быстрей. Твердила, голодая бабка Настя: все варежки для варюшки моей. Она скончалась в самые морозы. Потрескивали веточки берез, и председатель нашего колхоза сосновый гроб на кладбище увез. Никто не плакал, не шумели речи. В войну привыкла к горестям село. Лишь у коня слепого на уздечке сосулька намерзала тяжело. Потом пришли в холодную избушку, и кто-то, к центру выдвигая стол, неловко на пол уронив подушку, под ней письмо солдатское нашел. Читали вслух, махрой чадили жарко, со щек слезинки пальцами гоня. Служила я в отряде с санитаркой, снарядом в руки ранило меня. Теперь полгода в госпитале лечат, и хоть об этом страшно говорить, пришлось врачам мне рученьки по плечи из-за гангрены, мама, удалить. Врачи нас лечат опытно, умело. Я очень благодарна им, врачам. И знаешь, удивительное дело, ладони часто мерзнут по ночам. И стало всем тогда до боли ясно, так ясно, будто молния в глаза, что не могла, конечно, бабка Настя всю жизнь закончить варежки вязать. Вязать не для подарков и продажи, не для того, чтоб варежку согреть, а просто чтобы жить. И чтоб однажды, устав от боли в сердце, умереть. Прошло, забылось, но крутнет ненастье, так кто-нибудь торопится сказать: опять сегодня села бабка Настя для дочки Вари варежки вязать.